концерт второго дня фестиваля солистов оркестра московских композиторов Improv Jazz 2015. Сегодняшнюю программу откроет дуэт нашего гостя из Англии, пианиста, композитора, продюсера Стива Плюс, фортепиано. И Юрий Еремчук, саксофоны и всякие там басформы. Thank you.
Thank you.
Дерево выступал дуэт Стив Плюс Лондон и Юрий Емчук, солист оркестрового композитора. Прозвучали композиции свободной импровизации, значит, как и соответствовало заявленным фестивалю нашему. Следующее. Все. Поприветствуйте. Привет. Следующий коллектив, который будет здесь, это гость, специальный гость фестиваля, Московский символический оркестр в составе. Меня приглашают на сцену. Дмитрий Симонов, Геннадий Лаврентьев, Дмитрий Славянский, Олег Морякин, Николай Добкин. Известные музыканты на московской джазовой сцене. Коллектив недавно, можно сказать, образовался. И вот сейчас практически, ну, если не премьерные выступления, ну, по крайней мере, одно из них. Послушайте, интересная музыка ребята играют. Спасибо большое за такое представление. Спасибо вам, что пришли. Спасибо Владимиру, что пригласил нас на этот фестиваль и дал нам возможность уже насладиться одним из проектов этого фестиваля. Thank you.
Которая называется «Шторм». Шторм. Теперь мы исполним еще одну композицию, которую мы называем между собой «Шторм 2».
Спасибо еще раз. Вот это третья композиция, которую мы сегодня исполняем, вернее, четвертая. Называется «Цинк и его соединение». Еще мы недавно поняли, что это модульный компот.
Спасибо. Вот такой модульный компот. И самое последнее, что мы хотим вам сказать. Сегодня гном. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Ну а теперь в дальнейшем, в сегодняшнем вечере вся сцена будет принадлежать, на этой сцене будут выступать солисты оркестра Московского композитора. Поэтому пока сейчас ребята убирают инструменты, я напомню, что произошло вчера. Вчера, в первый день фестиваля, произошло интересное, знаменательное событие для, не только для московской джазовой сцены, но и вообще для импровизационной музыки России, можно сказать. А вчера была презентация нового альбома совместного круглого бенда с участием солистов оркестра Московского композитора. Можно сказать, что это не просто как бы участие солистов в круглом бенде, а это некоторые сводные оркестры вот такого вот звезд импровизационной музыки и молодых талантливых музыкантов, которые собраны были Алексеем Кругловым в своем круглом бенде. Вот вчера они вживую сыграли пьесы, которые записаны вот на этом диске, который я держу в руках. Так, диск недаром называется «Возврата нет». А заглавие его стоят Круглов, Миллер, компания. Вот такая вот компания собралась. И вчера они продемонстрировали. Это первое. Здесь звучат произведения Миллера в исполнении Круглого бенда. Притом второе событие, которое отметили даже музыкальные критики, прослушав этот диск, известный Дмитрий Ульков написал мне очень теплое письмо по поводу этого и сказал, что да, произошло событие не только в том, что объединились как бы звезды и молодые музыканты, талантливые музыканты в одном некотором таком сводном оркестре. Ну и второе событие, то, что на российский музыкальный рынок вышел новый лейбл. Это потому что диск издан в Англии на лейбле ASC Records Стива Плюза. И вчера, и вот сегодня сам Стив Плюз здесь открывал этот день фестиваля. И вот вчера он также была презентация этого диска. Вот я здесь, если кто желает приобрести эту музыку, вот там у нас не за столиком. Это можно сделать. Но а дальше я хочу, пока еще все, сцена не совсем готова, я хочу несколько слов сказать о
самом фестивале и о небольшой истории его. Это второй фестиваль. Первый фестиваль состоялся 2 года назад, в 2013 году. Год годовщина, 20-летие организации оркестра московских композиторов, известным музыкальным продюсером, музыкальным вообще деятелем, это Николаем Дмитриевым, который оставил большой след, большое наследие на московском музыкальном мире, вот так можно сказать. И первый фестиваль состоялся, длился в течение 6 дней, 4 концерта были в клубе «Дом», и 1 концерт состоялся в Гоголь-центре, и еще 1 концерт это в подмосковном Новгороде, в городе Королёв. Ну а сейчас, мне кажется, что сцена готова. Но мне приятно, что вот дальше я вам сказал, что на сцене будут выступать, сцена будет принадлежать только уже самим организаторам этого фестиваля, солистам оркестра московских композиторов. И мне приятно, что начало следующего выступления – это дуэт легендарных музыкантов. Это Сергей Летов и Юрий Парфенов. Дуэт. Два легендарных музыканта. Сергей Летов известный еще начинал, играл с знаменитым Курехатской клуб-механике и сейчас продолжает, вот, как бы у него есть несколько проектов, которые посвящены памяти Сергея Курехина. Ну так, я думаю, что уже музыканты готовы. Поэтому дуэт Сергей Летов, Юрий Парфенов. Добрый вечер. В этом году у нас дуэт представляет свою часть ансамбля «Трио», которому в этом году исполняется 30 лет. Это достаточно долгоживущее такое явление, к сожалению, мы не так часто выступаем вместе в последние годы. Вот, в частности, до этого мы вообще играем раз в несколько лет, но сейчас у нас играем 4 небольшие пьески, которые частично входят в репертуар ансамбля «Трио». Первая пьеса называется «Инвенция». Thank you.
Беженцы, мигранты из Азии. Я сам родился в городе Семипалатинск, об этом будет вот следующая пьеса. Сейчас у нас такой Юрий вообще является отцом узбекского, таджикского, туркменского, казахского и какого-то еще забыл, и киргизского джаза. Вот. Но сейчас у нас будет пьеса, посвященная восточным, некоторым таким восточным мотивам, проблемам мигрантов, шествия. Thank you.
Следующая пьеса посвящена моему родному городу Семипалатинску. Это замечательное место. Там проводились атомные испытания в атмосфере. И бывало, что даже взрывом вот, ядерного боеприпаса в домике, где значит, прошло мое детство ранее, сносило крышу, выбивало стекла и так далее. Всякие разные вещи были. Я, конечно, сам этого не помню, это по рассказам бабушки и родителей. Ну, в общем, вот такая пьеса посвящения замечательному в прошлом городу Семипалатинску, сейчас он называется СМЭЙ. Thank you.
отечественный блюз. Когда-то в нашей стране, ну это очень давние времена, это советские, которых уже мало кто помнит, в нашей стране в почете был труд. И тогда в магазине «Детский мир» продавались так называемые материалы для труда. Ну вот экземпляр одного из таких материалов, вы видите, я купил в «Детском мире» за 90 копеек алюминиевую трубку, просверлил в ней дырочки, примотал еще скотчем еще недостающий кусочек. Из комиссионного магазина приобрел, в комиссионном магазине приобрел мундштук от тенор-саксофона. Получился вот такой вот инструмент. Ну, сейчас вы его услышите. Остается на сцене, и приглашается Юрий Еремчук и Вадим Провилов. Дальше формат ансамбля будет увеличиваться. Начали с дуэтом, вот трио, и завершим большим оркестром.
Трио оркестров московских композиторов Юрий Емчук, Юрий Парканов и Вадим Проливов. Далее на сцену приглашается оркестр, солисты оркестра московских композиторов в полном составе уже на сегодняшний день. Но пока музыканты выходят на сцену, я хочу вам открыть небольшой секрет. Вот только что. Вот что значит класс музыкантов, которые вот сегодня и далее будут на сцене. Да? На самом деле, вот это трио, которое сегодня прозвучало, оно вместо Юры Парфенова должен был играть Алексей Крулов.
потому что трио возникло по инициативе Алексея Бурбанова, вместо Юрия Еремчука, а я сказал Юрий Парфанов? Ну, конечно, нет. Да, значит, я просто буду рассказывать, пока они готовятся. Вот так, Алексей Круглов, он является еще вообще такой уникальный музыкант. Он является руководителем программ джазовых театра, электротеатра Станиславского. И вот там регулярно, раз в месяц приблизительно, проводятся вот такие вот, значит, джазовые импровизационные вечера на лестнице. Значит, и вот он однажды пригласил просто поиграть с ним на одном из таких вечеров Юрий Парфенова и Вадима Провилова. Без всякой подготовки. И вот сегодня то, что вы слышали, это без всякой репетиции, это просто вживую. Вот вы, при вас раздалась вот эта музыка, которая играла вот этот трио. Ну так я вижу, что уже все готовы. Так, тогда разрешите вам представить участников сегодняшнего оркестра. Это те, кто оказался в Москве на сегодняшний день. Юрий Еремчук. Юрий Парфенов. Сергей Летов. Вадим Краев. Петр Талай. Владимир Миллер, руководитель оркестра «Бессменного», начиная с 93 года, один из основателей, участник, по крайней мере. И прекрасная певица, джазовая, композитор, уже как бы, мы даже считаем ее своим участником коллектива, потому что она уже не первый раз с нами выступает. Алина Ростоцкая, прошу.
Thank you.
версия этой песни называется «Крымский цветок». Thank you.
Thank you.
последнюю песню мы сыграем. Это будет квартет, да? Квартет. Thank you.
Спасибо. Квартет оркестра московских композиторов. Алина Ростоцкая. Великолепные импровизации голосовые. Просто великолепно. Большое спасибо. Владимир Миллер. Юрий Еремчук. Петр Талалай. Вадим Правилов. Юрий Парфенов. Настой, пожалуйста. Сергей Летов. Все участники сегодняшнего концерта солистов оркестра московских композиторов. Вот, поприветствуем. На этом фестиваль заканчивается, к сожалению. У нас еще очень много музыки, но регламент не позволяет нам далее продемонстрировать те произведения, которые еще не сыграны вами. Большое спасибо. Приходите на наши музыкальные концерты. Мы будем всегда рады вам. Спасибо большое.